Подмосковье, наряду с Черноморским побережьем, Москвой, Санкт-Петербургом – один из самых посещаемых регионов в летние месяцы. И с каждым годом гостей все больше. В 2022 году их было 7,6 миллионов, в этом году – 7,9 миллионов. Этим летом в Подмосковье было организовано около 300 крупных мероприятий, каждый из которых собрало более 2000 человек. Подмосковные парки посетили почти 22 миллиона человек, и почти 1 миллион человек посетили музеи Подмосковья.